поделиться своими идеями и напрямую задать вопросы. Сегодня такая возможность была у гродненской молодежи. В Купаловском вузе прошел областной этап проекта «Открытый диалог». Кадровая политика региона, здоровый образ жизни. Участники форума обсудили различные вопросы молодежной политики. Эксперты открытого диалога – это представители исполнительной власти и известные люди Гродненщины. Они поделились с молодыми людьми своим жизненным и трудовым опытом. В свою очередь, с трибун от молодежи звучали проблемные вопросы и конструктивные предложения. Современный рынок труда требует от молодых кадров каких-то навыков не только профессиональных, но и умение вести какой-то диалог, умение управлять. Да? На мой взгляд, неплохо было бы создать некую школу для лидеров первичных организаций, которые могли бы научиться общению, научиться коммуникации. Участие молодежи в предстоящей избирательной кампании стало основной темой нынешнего открытого диалога. Здесь каждый мог предложить свою идею будущим депутатам в рамках акции «Время идей, время выбора». Она стартовала месяц назад и уже собрала около 1000 предложений от молодежи Гродненского региона. Многие из них были озвучены на форуме. Проект «Открытый диалог», который является такой дискуссионной площадкой, которая позволяет нашей молодежи Гродненщины задавать интересные вопросы, волнующие вопросы, высказывать свои идеи, предложения представителям исполнительной власти, интересным людям Гродненщины, которые проживают у нас в регионе, но и в том числе получить от них соответствующие ответы.